Всем доброе утро. Сегодня у нас с утра 11 градусов, суббота, и вот сегодня нет дождя. Мы пошли в лес проверить, что есть, чего нет. Только что зашли в лес. У нас 10 дней, наверное, больше дождей. После жары резко наступил холод и сезон дождей. Мама у нас болеет, ну вот начала выздоравливать, поэтому сегодня мы ее вывели на природу. Так, зашли в лесок, что-то ничего нету в этот, поэтому сразу решили поменять дислокацию. В этот не заходить? Не могу. Там сыро еще, ага. Ладно, пойдем в другое место. Решили. Мы так проверяем набегами. Может, калина попадется. Ну вот тут, по идее, уже должны зеленушки быть по времени года-то. Но нынче их нету. То тут вот зеленушечное место было всегда. И опять зарядили путь наш. Стоят эти часы. Самые дешевые можно 1600-2000 купить. Они даже телефон сядет, время будет все равно показывать. Вот. Пока работает телефон, они путь показывают ваш. Ну, короче, чтобы не заблудиться. Шиповнику сколько круглого. Хороший такой, смотрите. Собирать можно. Этот позже поспел. О, так хорошо собирается. Вон. Как бы и пособирать охота. Его здесь очень много. Мы раньше здесь вот собирали. Далеко-то не ездили. О, какой отличный. Ладно. Пахнет осенним лесом. Так, я вижу какой-то гриб. Сыроежка. Я за ней не полезу. Так, а там что? Валуи. Этот лес у меня называется малый кульбячник. То есть тут кульбики, но которые гораздо позже бывают. Когда уже везде кончатся, здесь вот они позже бывают. Ну вот, есть хорошие, он маленькие. Обойдем сейчас и дальше пойдем. Это царство опят, но их нету у нас нигде. Так, сейчас мы, раз здесь ничего такого нет, меняем направление. Пойдем в другое место. Пойдем в лиственный. В лиственный пойдем. Может быть. С утра солнце было яркое. Потом бац. Тучи наплыли, облака. Так, у меня красный, но он под елкой, с нее капает, и он похоже какой-то переросток. Ну-ка, сейчас. Ой. О, не, нормальный. Смотрите, какой. Вот такой вот грибочек попался. Такая вот вокруг нас картина. Очень-очень сыро. Пошли мы вот сюда. Что-то там нам не очень приглянулось. И мы сюда пошли. И вон там калина. Вот я еще ее хочу потом проверить. Ну-ка, что нам этот лес предложит? Давай хоть шиповник собирать. Угу. Мокрый только. Ну, этот мелкий так быстрее высохнет. Этот переспелый помыть душиком природным. Так, ладно. Потом можно в конце пособирать.
И в этом лесу пусто, ничего нет, даже поганок нет. Ничего нет, ни навозников, ни каких-то осенних грибов, ни рядовок, ничего нет. Странно. На сегодня вот один гриб нашли. Я думала, осинник нам что-то даст. Нет, осинник тоже пустой. Не знаю, или все собрано, или их нет, грибов. Сыро только. И все. Ну вот один увидела. Какой-то просто удивительный. Два, три. Три вижу. Четыре даже. Смотрите, ну они маленькие. Раз. Так. Два. Три, четыре. О, майда ко мне. И мама что-то нашла вроде бы. Что-то тоже режет. Ладно. О, так тут полезли. Несмотря на то, что, видимо, может, собирают люди, ходят. Я что-то ножик не могу свой. В рюкзаке где-то он у меня. Неохота искать. Сейчас мама со своим придет. Ой, как грязно. О, как глубоко. Там, сейчас будем ковырять. Айда у меня маленькие. Видимо, большие собраны. И у тебя красненький? Ну-ка, покажи. А мне послышалось, масленник у тебя. Нет, я говорю, и у меня красный. О, давай вот этот, вон. Вот этот? Ага. Так, вот этому ножку тоже подделай. Ты что ли пошел? Или кажется? О, какие идут сейчас хорошие. И вот еще. Я не могла там с той стороны палку надо отогнуть. О. Так, держите. И это еще не все. Давайте, еще господи. Тут. Ну, это мы на семейку просто нарвались. А я иду, думаю. О, а я загадала по 5 штук хотя бы. Тут маленькая еще грязинка. Так, и вот еще вон. Перелезай сюда ко мне. Ага. Потом я в рюкзаке пороюсь. Я, видимо, в тот раз на привале-то в рюкзак убрала свой ножик-то. Не в сумочку. Я думала, это тоже красный. Давай, клади их. О, на одном месте нашли, да? Угу. Семейку. Крупные, видимо, собраны, а нам достались вот маленькие. Что у меня тут? Болтается что-то вон? Угу. Ну ладно, хотя бы. Я люблю. Да. О, еще один маленький. Сейчас я его... Ну, такой малюсенький совсем. Сейчас хоть они не червивые, да? Да. Вот пошли маленькие. Ну-ка, пузанчика достану. Во какой. Маленький. Кругленький. Чистенький.